Мировоззрение художника – это прежде всего Родина, ее судьба, ее правостояние и благостояние. Как всякий большой художник, который говорит не от себя, мне представляется, что Валентин Распутин с его этими несколькими повестями «Последний срок», «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с матерой», что он эти повести не сочинил и даже не подсмотрел, а он их как бы увидел как целиком нечто целое, относящееся к жизни народа и лично каждого человека. И мне кажется, что он увидел, как Моцарт свою знаменитую 40-ю симфонию, про которую он сказал, что я увидел ее целиком сразу, как кристалл идеальной формы. В его произведениях, особенно вот в «Последнем сроке» и «Прощание с матерой», его любимые героини, старухи Анна и Дарья, они как бы нам дают намек, каким образом жить, как спасаться, и дают нам представление о том, что старая истина, что город не стоит без праведника, и в нашей жизни, а может быть, и особенно в наше время, актуальны чрезвычайно. С другой стороны, вот это напряжение противоположной стороны, когда в своем знаменитом и страшном рассказе под названием «Не могу», один из немногих героев-мужчин в его произведениях дает неожиданный и точный диагноз состояния нашего общества. Нашего общества это еще, может быть, лет 40 тому назад. Сейчас это уже плоды. И заключается оно в одном точном хлестком слове, когда человек, почти бомж, представляет себе в таком страшном положении, находится внутри себя и говорит одно слово – порожняк. Бренчат, бренчат, порожняк. Вот это вот очень важное, мне кажется, метафизически важное слово, означающее звучащую пустоту, то, что за последние вот лет 40, конечно, многократно и невероятно умножается, вот эта напрягающаяся пустота, она рождает в себе чудовищ, которых мы сейчас уже начинаем прям видеть почти в открытую. Всякий большой художник, в особенности русский писатель, в первую очередь отвечает или пытается ответить на два главных вопроса, относящихся к смыслу жизни. Зачем жить и за что умирать? Обращаясь к молодому читателю,
спустя 20 лет после издания первой своей повести «Последний срок», а теперь уже это 50 лет прошло с этого момента, и уже молодой читатель уже опять новый, Валентин Григорьевич Распутин в своем предисловии к изданию 91 года говорит такие слова, которые, мне кажется, отвечают во многом на поставленные вопросы. Называется это предисловие «Спустя сроки». Первая из этих повестей, «Последний срок», была написана 20 лет назад, за которые в мир пришло новое поколение читателей. Надо ли говорить, что для художественного произведения это ответственное дело предстать перед молодыми людьми в своем неизменном художественном и нравственном облачении, в кругу тех забот, какими жил человек еще до рождения читателя. Это немалое испытание и для автора. А ну как, мысли и боль его потускнели, отболели, отошли на второй или на третий план, а герои представляют лишь этнографический интерес. Но и сами герои должны испытывать волнение перед новой встречей. Станут ли их слушать? Сумеют ли понять их рассуждения о земле, о доме, о душе? Молодому человеку свойственно прежде физическое, чувственное познание мира. Духовное приходит, если приходит, позже. Всему, как говорится, свой срок. Однако оговорка эта, если приходит, не случайно. Дух не обязательно живет в каждом человеке. Бывает и так, что жить ему в человеке негде. Место для него не приготовлено, почва не удобрена. Удобрять ее следует с самых молодых лет. Тут не может быть рано, может быть лишь поздно. Бездуховный человек способен и жизнь пройти, не ведая о своей беде. Но насколько же беднее, убоже, рыскательней, а не искательней будет его существование. Бездушный человек тот и вовсе опасен для окружающих. Наша память, наши органы чувств, даже клетки нашего тела, в зависимости от того, кому, какому созданию они принадлежат, чей образ составляют, способны давать и великую радость осмысленного, зрячего, творческого бытия, и великую скудость суетного, несобранного в одно целое проживания. Плохо, когда не подготовлен своему ремеслу строитель, когда не обучен для боя воин. Но еще хуже, когда не состоялся человек. Все вроде при себе, руки, ноги на месте, вид самый что ни на есть бравый, силы хоть отбавляй, умен и находчив, с огнем желаний и подвигов в груди. И все это тратится впустую, расходуется на что попало, а часто и во вред себе. Потому что ни зерна и ни слова не положил человек в тот ларец, где назначается подлинная цена всему сущему на земле, и где случайное, дурное не смеет претендовать на роль истины и красоты. Первое богатство и состояние человека в этом ларце, который им самим и строится, и наполняется. Только владея им и одушевляемся мы, он затепляет нас и озаряет, дает свет видеть дальше глаз. Присмотритесь внимательно вокруг, и вы отличите озаренных от тусклоликих и близоруких, ничем, кроме физических желаний, не помеченных. А отличив, увидев,
И вы тем самым начнете строительство некоего храма или ларца, как угодно его назовите, который поможет вам в век распродажи быть созидателем. Мои героини – старуха Анна из «Последнего срока» и старуха Дарья из «Прощания с матерой» могут показаться кое-кому из современников несчастными созданиями, весь век просидевшими на месте рождения в глухом углу и не вкусившими плодов цивилизации. Отсюда, мол, их допотопные рассуждения о вещах, о которых не принято говорить. К примеру, о совести, о вере, об ответственности. Отсюда их наивное благодарствование жизни. Но у вас есть время, проверьте. К чему обращается человек в переломные и критические моменты, к чему он взывает? К ним, к этим понятиям. Как бы ни падали они в обществе в цене, как бы над ними ни насмехались. Нравственный человек насмехаться не станет. Писателю, коль скоро наделил он своих героев зримыми чертами и вручил им слово и поступок, полагается проверять, а если потребуется, и поправлять их движение. Но и сегодня, спустя сроки после написания всех трех повестей, не вижу я в словах и действиях героев фальши и отмершести. С тем и отпускаю их к новому читателю, напоминая ему и себе, что сколько бы ни было на свете добрых людей, их всегда не хватает. И сколько бы ни являлось благоразумие, его недостает, чтобы удержать жизнь в равновесии и не дать ей склониться на опасные пути пиршества и транжирства, которые выбрала в наш век цивилизация. И вот хотел бы я призвать молодого читателя прикасаться к этим подлинным вещам, не суррогатам, которые в изобилии хранятся вот в произведениях замечательных русских, советских писателей, таких как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Казаков, Фазиль Искандер. Это замечательные витамины, которые укрепляют наш иммунитет, который так в нынешнее время каждому из нас необходим.